Говоря о блокаде, всегда вспоминается кукла Геннадия Черкашина. Этот автор написал свое произведение по воспоминаниям своей жены, которая еще ребенком пережила блокаду. Главная героиня – девочка, и она очень любила свою куклу, которую ей подарил дедушка-профессор. Куклу звали Маша. И так получилось, что когда происходила эвакуация детей, куклу принято было решение оставить в осажденном городе, потому что она очень большая, а мест очень мало. Война закончилась, и мама с ребенком вернулась в Ленинград. Но куклу они не нашли. Точнее, не нашли. Она красовалась в витрине комиссионного магазина. Это история, прежде всего, о возвращении домой, о людях, о хороших и не очень, о стойкости и храбрости всех, кто пережил это ужасное время, ужасное блокадное время.